Лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Друзья, всем привет! Сегодня у нас зал световые линии Flex 5 сантиметров. ПК-5 алюминиевая. Так, вот у нас линии тут завернуты. Короче, здесь будет прямоугольник примерно на 8-10 метров. Плюс ПК-5 с подсветкой. Ну и все, это будет основное освещение. Ленту мы будем ставить трехрядку от Let's Power. Вот она. Такую же, как и на недавно мы делали монтаж, то же самое ставили, такую же ленту. Вот она, да. А это не та, ну это же. Вот. И что еще? И будем ставить подсветку. Тоже люмистаровскую будем использовать ленту. Вот она там. Хочу доставать. Так, ну все. Получается, вчера я не снимал, не было времени. Мы сделали, получается, спальню, коридор, кухню. Там уже все натянуто, получается, на детскую. Короче, всю квартиру сделали, кроме вот этого зала. Потому что он был заставлен мебелью, мы разгрузили, получается, эту комнату. Вот, короче, вот так по плану у нас было. Ну все, сейчас будем таймлапсы записывать. Вот. Забагетили периметр. Сейчас сделаем ПК-шку. Вот эту вот. Поставим ПК-шку, уже вымерли. Осталось ее прикрутить на кронштейн. И все, и начнем собирать линии. Короче, кто с ПК-шками работает, вот эта вещь вообще вот так берешь. Дешевая вещь, дешевая. Да, и вот так сюда раз. Ну, короче, понимаете, да? Вот это прикручивать вот переход угловой. Вот. Очень удобно, очень. Прямоугольник 5 см флекси. Сейчас попробуем вешать его, подвесим. Ну и все, занимаемся лентой и все, натягиваем. Все счастливы. Да, и все рады, и все счастливы. I'm not afraid.
Так, сегодня будем ставить вот такой вот блочок на 300 ватт. Ну, типа тут радиаторы какие-то. Вот, ребра. Не знаю, кто, может, кто ставил такие блоки, что скажете, напишите в комментариях, как они вообще по эксплуатации. Ну, а туда на ПК-шку, на подсветку мы поставим вот этот такой карандаш получается. Карандаш. Да, у нас рифм у нас. Ну вот такая, короче. Вот такой вот. Вот такой, вот такой. А, ну все, кстати, мы подвешиваем. Сейчас расключимся. Ну и все. А, стыки обработаем, да. И все, начнем тянуть. Надеюсь, сегодня никак на том монтаже до 2 часов ночи. Пытаемся быстрее домой приехать. Попытаемся. Все, ребят, закончили монтаж. Получается, здесь у нас карниз ПК-5 парсеков. Вот такой вот с подсветочкой лента Любистар, по-моему, 10 ватт. Световые линии Флекси 5 сантиметров, 7320. Лента Let's Power 30 ватт на метр, 336 диодов. Вот такая красота получилась, смотрите. Подсветка все отдельно включается. Ну ладно, ну короче, мы делали это все 2 дня. Полностью квартиру. Сначала там все сделали. И один день чисто сегодня вот это делали. Зал. Получилось круто. Подписывайтесь на наш канал. Палец вверх.
делитесь этим видео, если не сложно. Спасибо.